19 наград различного достоинства завоевала команда Дагестана на чемпионате России по пара-тэквондо. Соревнования прошли в Воронеже в активе команды нашей республики. 8 золотых медалей, 4 серебряные и 7 бронзовых. Всего в соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из 21 региона страны. По итогам турнира наставники сформируют команду России для участия в международных соревнованиях.